сердце зовет. Рюкзак собрать и вперед. В мир неизведанных мест. Бескрайний северный лес. Там, где запах костра. Где глухие места. И не каждый туда смеет сделать свой шаг. Там друид Феофан точно знает свой план. Покорив хмурый лес, заберет его дары. И снова сердце зовет. Рюкзак собрать и вперед. В мир неизведанных мест. Бескрайний северный лес. Приключения ждут. Впереди трудный путь. Поскорее дойти до старинной таежной избы. Ну вот, друзья, снова мы на острове Деда. Ехал сюда долго, выехал поздно, по дороге видел много глухарей. В общем, история такая. Взял с собой очень много жерлиц самоловок. Есть живец, который не выжил, кстати. Я его вчера поймал, загодя, так сказать. Хотел сохранить, но не получилось. Значит, будем пробовать ставить на живца, который есть, ну и попробуем ловить живца сами. Ветер, иногда встречается вода на льду, не очень мне это нравится, но так как воды немного, нормально. Единственное, подвеску чистить приходится почаще. Вот, значит, сегодня будем ночевать в избе, попробуем стукнуть на лима. Все снасти у меня все есть. Ну, никто еще не был на этом озере в этот год. Никого еще не было, я первый. Я первый по лесной дороге сюда проехал. В общем, я думаю, что будет интересно. Хиве-пяве, корешочки мои драгоценные, с вами товарищ Феофан. И изба деда. Пошлите посмотрим. Я давно мечтал вот так вот сюда приехать. На снегоходе. Мне вот не нравится всегда сильный ветер. И ветер дует прямо сюда, и в эти щели все выдувает. Кстати. Друзья, походу никого не было. Радует одно, то, что небольшая наледь, но она есть. Thank you.
Друзья, Евгений Селянин как-то пару лет назад прислал мне вот такой титановые инструменты. Ну, он работает там где-то и, в общем, прислал мне. Я все никак не мог воспользоваться. Вот сейчас взял с собой на деда из... Нам все равно, ветер, не ветер. Надо будет нарубить веток, обязательно поставить. Вчера было минус 18 градусов мороза, сегодня ветер. Все меняется. Ну что, друзья, пообедал. Сейчас отправляемся. Ветер очень сильный. Даже мой след вот почти задуло. След мой, который я приехал, почти задуло след. Вот. Все. Были люди. Потом посмотрим, почитаем журнал, может, что написали. Дрова потом, пила. Сани я взял. Вы можете задать вопрос, зачем я такие сани взял рыболовные. Это для того, чтобы я думал, вдруг будет наледь. Тогда я не на снегоходе бы передвигался, а пешком. Вот. Ну, доехал бы до избы. Такие вот дела. Так, сейчас поедем. Все равно, конечно, попробуем, ну, половить живца. Попробуем, вдруг все получится. Там ветра сейчас не будет. Сейчас, значит, выезжаем к тому берегу. И вдоль берега лупим. До оттуда, куда я хочу... Где я хочу ставить самоловки. Самоловки жерлицы буду ставить по всему озеру. Посмотрим, что и как у нас выйдет, что и как у нас получится. Блин, что сани-то такие тяжелые, не могу понять. Набрал веток различных, чтобы помечать наши жерлицы. Помечать буду даже высокие жерлицы, потому что... Непонятно, друзья. Ну,
Непонятно, что у нас с погодой будет. Это место, у меня особая надежда, друзья. Здесь тростник. Тут, там, вот здесь, вот в общем везде. Очень красивое место. Посмотрите, вот просто посмотрите. Единственное, мне не нравится, кое-где есть наледь. Ну, подвеску чистить будет замерзать. Вот это вот мне не нравится. А так, вот он. Вот вид специально для вас, друзья. Вот он. Очень круто все. Так, ладно. Хватит болтать, нужно работать. Показывать вам это уже не буду. Ну, тут, в принципе, сейчас будет такой процесс. Вообще-то, если честно, скажу вам, зря я не взял сани, потому что вот, ну, что на снегоходе ездить туда-сюда. Сейчас я просверлю 10 лунок и поставлю 10 жерлиц. Даже, наверное, больше. В этой загубине, в той загубине, там, тут, ну, в общем, повсеместно. Все, ладно, давайте, включимся уже потом, когда будет что-нибудь интересное. Смотрите, какая погода. Смотрите, какой лес. Ну что, вот так вот ставлю жерлицы, самоловки, капканы. Засыпаю обязательно. Потому что не знаю погоды. Лед похрустывает под ногами. Но это первый слой, верхний. В общем, работаем. Обработал вот территорию, вот эту, оп, акваторию. Здесь у меня неоднократно и летом, и весной я тут ловил щук. Вот, вот до этой загубины. Сейчас вот здесь мысок, из-за него опять загубина, там ставим, потом у тростничка, потом у ручья, потом вот здесь. Здесь очень большая глубина, попробуем здесь стучать налима. Друзья, смотрите, вот она вода. Вот она, вода под снегом, не шибко. Но снегоходу неприятно, постоянно чищу подвеску. Я просто немножко, ну, опыта не так много имею, поэтому не знаю, что делать. И время от времени, ну, прочищаю. Смотрю, чтобы катки крутились там и так далее. И то я, ну, верхние катки не могу проконтролировать. Но это просто слишком сложно. Видите, вот там вот черная полоса. Это вот, ну, хорошо, что я поверху еду. Так, ну все, работаем дальше. Вот так у меня все организовано здесь. Капканы, живцы, живцы уже мертвые, ну, естественно. Живца попробовал поймать, не ловится. Вот, вот такое прекрасное озеро, я кайфую. Там ветра нет, здесь есть. А на острове тоже очень сильный ветер и, короче, ну, избу будет сегодня тоже выдувать. Я осенью-то замерз, не знаю, как будет сейчас, в этот раз. Ну ладно, работаем. Тростничочек, и смотрите, что творится. Вода. Вода. Хожу здесь пешком, на снегоходе не езжу, не мучаю его. Времени, конечно, много уходит. Да куда деваться? Здесь я летом, не летом, в конце лета, видео, кстати, выйдет, наверное, следующий год только. Очень классная рыбалка у меня была. Почему я ее не выпустил? Наверное, не успел. В общем, здесь я расставлял жерлицы вот так вот, капканы. Тут такие упавшие деревья, и на них я расставлял капканы. Короче, капкан был сломан, выдернут. Ну, с такой силой, видать, была поклевка, что замотан был за дерево. Ну, несколько мотков было на суку. Такая вот петрушка. Ну и здесь брали щуки. А вот там вот на мысу, вот там вот, где за тростничком, вот такое дерево упавшее, видно из-под льда. Там, короче, я проплывал на лодке, такой всплеск. Ну, щука кого-то сожрала, блин, ну прям очень большая. Расскажу еще историю, ну не историю, а такой случай. У меня дед, батин отец получается, короче, на этом озере поймал по весне двух щук на самоловке. На 11-12 килограмм. У него был лыж Планета 5 с коляской. И щуки прям вот так вот свисали. Ну, короче, здоровые были. На самоловку, представляете? Боремся с наледью. Расставляем снасти. Вечереет уже, ветер. Смотрите, что хочу показать. О, дивитесь. Видите, какие горы красивые. Надо будет как-нибудь поохотиться, побегать. Забраться на горы на эти. Ладно. Расставляемся потихоньку. Вот так вот по наледи проехал сюда. Здесь очень большая глубина.
Сегодня здесь будем стучать на Лима, пробовать. Ну вот, пытаюсь ловить живца. Кто-то там тоже пытается клевать. Я пытаюсь ловить, он пытается клевать. У нас у обоих ничего не получается. Есть живец, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, это сегодня малыш этот пойдет у нас сегодня на налимчика. Дефицит на самом деле, друзья, с живцами. Так, у меня осталось два живца. Это вот третий живой. О! О, плотва, блин, это вообще супер. Друзья, плотвица, это у нас вообще, это круто. Вообще шик, можно сейчас наловить живца, попробовать. Я, видите, уже шапка закидальские у меня эти. Планы, ё-моё. Наловить живца и переставить мертвых на живых. Но у меня еще на самом деле много жерлиц, поэтому... Так. Блин. Наверное, плотвица все-таки клюет. Господи. Вот, вот это живцы, друзья. Вот это убийцы, короче. Я как-то, когда приходил сюда на это озеро пешком, ставил здесь жерлицу и на налима специально. Взял налим, но я его не вытащил. Был одноякорный крючок. Господи, это где же вы? Где? Друзья, ну вы посмотрите, какие. У меня... У меня крючков-то даже таких нету под них. Надо все сегодня успеть и дров заготовить. И, в общем, ладно, особо не буду там... Особо не буду костры, не костры, вот этими всеми вещами. Давайте прям по полной порыбачить попробуем. Ну-ка, какой зверь сейчас клюнет? Так, о, что-то побольше. Побольше немножко. Ой, какой-то зверюга. Опа-на, вверх подняла. Это кто там такой смелый у нас? Плотва, что ли? Не, побольше. Так, сейчас я сбегаю за каном, друзья. Рыбку, чтобы сохранить, у меня кружка есть с собой. Кружка и кан. В кане два окуня последние оставшиеся, вчерашние. Сейчас малька туда. Ну, на живых и поставим. Будет очень круто. Так. Thank you.
Все замерзшее, все обмерзшее. О, жесть. Так. О, 8 рыбок. Друзья, натягал. Темнеет, конечно, темнеет. Вот такой вот у нас закат. Вот такие вот у меня колтуны на ногах. Вот. Значит, все. Вот там изба на острове стоит. Сейчас отправляемся. Буду заниматься таежным бытом. В избе надо там убраться, посмотреть, что как, что к чему. Ну, в общем, привезти дров и так далее. А потом вечерочком поедем на это место. Будем пробовать ловить налима. Все, давайте. Ну все, друзья, дома. Так, ну что, вот у нас уже темнеет. Так, для, дрова для начала есть у нас. Да вообще дрова есть, как бы люди молодцы, приезжали, заготовили тоже. Насколько я понял. Так, чистим ствол. Так, снегоход. Все, так, сделал. Так, видите, ветерок. Костер я, наверное, не буду пока что разжигать. Давайте сейчас затопим печь. Сейчас затопим печь. Так, что нам нужно для этого? Для этого нам надо колтуны отбить сначала. Избуня, мы дома. Так. Ой. Руки что-то. Так что, друзья, подмерзли руки наши. Хорошо, чисто все. Ну да, кто-то был, где-то кто-то тут что-то. Кто-то где-то что-то был тут. Так, что делаем? Печь. Да, кто-то был, смотрите, хабарики вон, видите? Пойду вынесу. Кто-то был, воспользовался моей новой печкой. Так. Ну что? Перчатки оставлены. Ладно, молодцы. Это молодцы. Так, ну чё. Опа. Растапливаем. Это очень важно сейчас, чтобы хоть какой-то чуть-чуть
Так. Я же еще кое-что привез. Привез. Даже не кое-что, а много чего я привез. Так, термос. Квадрокоптер. Начинаем обустраиваться. Начинаем обустраиваться. О, растопка, друзья. Ой, избунька. Вот, друзья, я делал растопку такую из мыла. Еще там что-то, ингредиенты какие-то, мыло, бензин. Так, спички. Спички. Так, печуру вроде бы растопили, друзья. Так, ладно, ну вроде бы нормально, видите? Друзья, кто-то тут потерял от термокружки вот эту штучку. Так, что тут у нас еще? Смотрите, друзья, вот так вот дымок шпарит. Печь прям слышно, как гудит. Так, ну что? Ветер стих. Посмотрите. Класс, да? Вот так вот все мое убранство здесь. Так, так, так. О-о-о, видите, печура. Ай, как хорошо. Так, ветер стих. Наверное, давайте небольшой костерочек разведем чисто. Потому что мы будем уходить, уезжать. Есть дровишки тут. Погода, друзья, успокаивается. Так хорошечно становится. Скорее всего, друзья, сюда приезжали за сегом.
Здесь очень хороший сик есть, но его надо ловить сетями. Пока я этим не хочу заниматься. Пока сегом не хочу заниматься, это такой малоприятный, так сказать. Малоприятное для меня занятие. Хорошо, ветер спал. О, поднимается опять. Сглазил я. Ой, костерочек, это уют, это... Все-таки я сегодня так сильно подмерз, замерз. Тут всякие корни лежат. Так, в избе уже теплеет. Итак, друзья, значит, время у нас ровно 4 часа вечера. Сейчас, значит, сани почищу. Ну так, лампу заправлю. Я вот, видите, привез лампу сюда. Аладдина, блин. Привез лампу сюда. Тоже, чтобы для антуража горело, для красоты. Котелок. Будет у нас чай. В общем, спокойно, без дерганий, без всего. Поедем чуть попозже, проверим. Может быть, живцы есть, доставим, поменяем, если что. Сейчас заправим лампу. В общем, такие хлопоты, знаете. На столе... На столе, правда, не будем. Сейчас вот здесь вот сделаем. Вся бутылка влезет, что ли? Да, друзья, почти вся бутылка влезла. Аккуратненько закручиваем. Все, лампа у нас готова, заряжена. Так, ну это останется, дольем потом в лампу. Положим вот сюда. Ничего себе, тут коньяк кто-то пил, бутылки оставлены, мусор тоже оставили вот здесь. Ну ладно, что ж делать. Так, костерочек потихоньку. Честно говоря, друзья, мне так интересно почитать, что же там написали. А по-любому написали, потому что какие-то люди были интересные. Тут вот одни приезжают, они там бардак устраивают, а вот эти люди, они какие-то такие, ну, видать, нормальные. Коньяк вот пили, ну, то есть, такое, знаете. Нормальное, я думаю. Так, ладно. Друзья, не знаю, видно вам, нет. Но звезды на небе у нас. Звезды на небе. И... Вот такой вот, как всегда, закат.
очень классно. И походу морозит. Походу морозит. Так. Избушка. Костерочек. В общем, обитаем. На нашем обитаемом острове. Пошлите посмотрим, что там. Жарко хоть. Хоть жарко, хоть не жарко. Ну-ка. О! Берем, загореть наша не хочет. Все. Костерочек, да? Горит. Да, березу. Береза что-то не очень хочет у нас. О, вот теперь порядок. Блин, так светит классно, слушайте. Вот теперь порядок. А то костер наш что-то совсем. Так что, друзья, с едой у меня сегодня не густо. Потому что я, ну, нету времени. И думал, днем, может, щуку поймаю, да, ухи сварю. А так, видите, время не очень. Да, морозит, морозит, это хорошо. Так, чисто вот, друзья, у меня перекус и... Ну, сардельки. Сардельки и чисто вот перекус у меня. Все. Не хочу быть... Ну, не хочу тратить время. Туда-сюда вот. Дров привез. Все. В избе убрался, затопил. Все, она ждет, будет ждать теперь нас. Меня. Ну, и вас тоже. Мы же вместе как бы... Когда мы приедем с Налимиева промысла. Если честно, я даже не знаю, где здесь долбить Налима. Просто попробую. Вот я в том месте хочу попробовать. Даже вот батя сегодня. Ну, в общем, мы с батей думаем про одно и то же место, где может быть Налим. Поэтому туда я и поеду. Если двое человек думает об одном месте, про рыбалку, значит, стоит попробовать. Ветерок то дунет, то перестанет. Оно и понятно. Друзья, небо все в звездах. Пью с термоса кофе. Потому что оно до завтра все равно не достоит. Уверен, мороз в избе будет очень круто. Ну, то есть, не холодно. Главное, чтобы не было ветра. Если вот ветер, он бьет прям в дверь, а дверь вся дырявая. В общем. Время ровно 5.
Так что, друзья, пока результаты не ясны, сюда ехал очень интересно, первый раз, заблудился даже, ну не туда поехал, ну там несерьезно. Завтра поедем, покажу, пробирался через разрушенный мост, так интересно, ну просто даже не проверил, взял и поехал, смотрю, кто-то на снегоходе тоже ездил, вот, потом... Сколько? Заехал сразу глухаря, видел. Потом, да, два в конце. Пять глухарей, друзья, я видел. Пять глухарей, ну и другие птицы там непонятные. Вот, ну рябчики, естественно. Косачей вот единственное я не видел. Вот. Короче, ну интересно, глухари прямо надо мной летели. Но видите, это же не охота была. Ну я просто ехал, если бы охотился, там другое дело. Сейчас поедим и отправимся. Я некоторые жерлицы не присыпал потом, чтобы проверить, и самоловки, и капканы. Ну, где-то половину. Надо будет опять проехаться. Ну, как раз вот отсюда выйду. Надо будет проехаться, проверить заодно и засыпать. Вот так я, видите, что сделал. Во, готовятся мои купаты. Вкусные. Ну, это не купаты, как-то по-другому называется. Ну, в общем, вот так вот. Ну, не, они не готовятся, даже просто размораживаются. Они были заморожены. Вот. Мне, конечно, много. Мне 4 штучки бы за глаза хватило. Но я решил сделать, чтобы было. Поэтому, потому что, то есть, у меня только хлеб. У меня только хлеб. Сало, хлеб. Вот эти вот прекрасные колбаски. Ну, и всякие там вкусняшки другие. Вам бы увидеть, конечно, это звездное небо. Ой. Захотелось, друзья, к костерку поближе, к костерку и к колбаскам. О, золотая фраза, ё-моё. Так, надо положить сюда рукавицы, а то они вообще колом встали. О, хорошо, тепло. Надо сюда градусник привезти. Просто интересно, сколько сейчас, сколько же у нас градусов-то? Ну, я думаю, пятнашечка где-то есть, пятнашечка. Ну, ой, дым. Посмотрим, сколько там еще будет. Звезды горят ярко, блин, прям вообще супер. Вот такого, такого, друзья, никогда не забудешь. Очень здорово. Блин, как лампа-то греет, этот, светит. Я боюсь, что фитиля не хватит. Она уже давнешняя у меня. Интересно, клюнет сегодня у меня на лим, не клюнет, сколько рыбачить. Да я долго не буду. Чуть-чуть постучу. Снасти приготовлю уже там. Они у меня сейчас в рюкзаке. Там джиголовка и один колокол. Такой свинцовый колокол. У него что-то там внутри стукает. В общем, посмотрим. А так можно, друзья, вообще, ну, что угодно. Можно от этого блесну, можно даже вертушку, знаете, такую вот побольше, там, номер 5, вот Blue Fox, допустим, и ей пук-пук-пук. Такие вот дела. Ох. Блин, почему сосисочки? Это же... Я, друзья, сегодня без кореша, без кореша, без дрюнчи, без дрюни, потому что, ну, он еще не бегает за снегоходом, он даже за машиной не бежит, то есть, ну, как бы, надо было, конечно, его подучить, но времени, к сожалению, нет, я, понимаете,
приезжаю вот в поселок, в деревенский дом, тут пока туда-сюда, пока быт, пока почистишь двор, пока там баню затопишь, ну, в общем, такие вещи вот всякие, пока там дом протопишь, ну, то есть, такие вот всякие вещи, ну, быт, понимаете, хлопоты вот эти вот. Не знаю, вдруг будет налим один за одним клевать, представляете? Я там, помню, в марте сюда пришел. Пришел в марте. Получается, пешком. Очень много воды было на льду, очень много снега. Тут, короче, не развернуться. Я вот кое-где вот там вот поставил самоловки, жерлицы. У меня одна жерлица там, где я сегодня буду стучать налима, сработала. Но видно, что налим там одинарный крючок был, но он просто стянул. Вот. Потом вторая самоловка, я даже не понял, сработала, я ее тяну, а там налим, ну такой килограмм, ну где-то, ну около трех, наверное. Ну видео есть, ну может вру, я не знаю, не знаю вес. Вот, то есть, вот тебе пожалуйста, где-то тут. Где-то тут обитают. Так, надо под сардельки. Ой, почему сардельки? То сардельки, то сосиски. Надо, в общем, под колбаски. Надо под колбаски выстругать какую-нибудь эту. Как она называется-то? Веточку. Хорошо, у костерка. Оп! Что-то там. Трески такие в лесу непонятные. На морозе или на ветру. Так, друзья, у нас готовка. Ну все, друзья, отправляемся на вечернюю проверку и, ну, потом будем стучать налима. Ничего не забыли? Друзья, куропатки чуть меня не врезались. Итак, друзья, проверил.
Там. Ну вот, друзья, и приехали. Все как вы любите. Кромешная тьма. Я один. Так, смотрим, что. Жерлицы наши молчат. Сейчас, значит, соберем, покажу снасти. Самолеты у нас летают. Так. Итак. Итак, друзья, что мы имеем? Есть у нас вот такие вот донки, сделаны из, я показывал, мы с Михалычем их делали, сделаны они из щепки простой, леска 0,30, наверное. Да, вот они, мои налими. О, здравствуйте, как все тут серьезно. Так. Опа. Итак, вот здесь, вот, друзья, в этой штучке у нас наши снасти. Джиголовки 40 и 50 граммовые. И вот такой вот колокол. Послушайте. Ой. Наверное, что он? Во. Ну там шарик вообще. Он должен двигаться, но что-то не двигается почему-то. Так, ладно, оставляем это здесь. Мороз на улице, в принципе, то, что надо для рыбалки на нашего подлого налима. Сейчас сразу все приготовим. Без поводка, одевая просто петлю. Вот, все, вот так она будет работать. Тук-тук. Тук-тук. Сюда одеваем ерша или маленького окушка. Ну, лучше хвостик окуня. Такого небольшого. Вот. Такие вот дела. Ладно, сейчас сверлимся. Сверлимся, собираем информацию о глубинах и так далее. Просто я же здесь не был никогда. Ну, в смысле, не рыбачил на налима. Все, давайте. Я думаю, что, ну, покажу вам просто, как это все происходит. Ну, и если будет поклевочка. Итак, друзья. О! Достаем нашего кушочка. Можно ерша, можно кушочка. Да кто как использует. Нам нужна часть его хвостик. Одеваем вот сюда хвостик обязательно. Вот так вот. Обязательно через позвоночник. И все. И можно работать. Смотрим глубину и работаем. Время. Время 6:30. Обычно я этим всегда занимался, ну, когда было темно. Когда была ночь, то есть ночью. Сейчас получается, ну, как бы вечер. Я этим не занимался. Сейчас посмотрим глубину, я покажу все. Снасть такая примитивная. Хорошо. Хорошая глубина.
хватило бы лески. Так. Вообще идеально найти камень. А камень... Камень вы почувствуете, если найдете. Будет такой характерный... Характерный стук. Ну, я бью куда-то сейчас. Бью куда-то об мягкое. Может быть, песок. Ила здесь не может быть. То есть, вот так вот, допустим, смотрите, делаем. Раз, два, три. Держим. Раз, два, три. Держим. Поклевку почувствуйте, когда будете подымать. Налим в это время будет атаковать. Я сам, когда это почувствовал, ну, первый раз испытал, это было очень... Очень классно, мне... Мне очень понравилась эта рыбалка. Потом я ее долго вспоминал. Самое лучшее, конечно, камень найти. По камню. Тык, тык, тук, стук хороший. Но глядишь, может на лимчик нам отзовется. Мороз, это хорошо. Иногда поклевку тяжело идентифицировать, ну, потому что прилипает вот эти вот большие грузила, и немножко непривычно с такими грузами рыбачить. Вот. Посмотрим. Ладно, будет что-нибудь, включусь. Приехали. Все заморожено и очень сильно заморожено. Так, бурму сразу. Так, ну что, друзья, все, приехал, вернулся, замерз очень сильно. Очень сильно замерз. Сейчас надо топить печку в избе и отдыхать уже. Потому что что-то как-то слишком... холодно, не знаю сколько градусов, еще и, вы знаете, еще и этот, как вот, ветер, мороз и ветер, это, ну, как бы такое редко бывает, а если бывает, то тогда мороз усиливается, да и не, ой, что тут у нас, у нас тут холодно,
Ладно. А тут, друзья, очень холодно, вон, пар идет аж. Короче, как только печка прекращает топиться, так все. Шабаш, как говорится. Так, что мы? Костер на улице. Костер на улице нам не нужен. Подвеску завтра почищу. В наледь нормально, не попал сейчас. Все, ехал по старым следам и более-менее обошлось. Пауэрбанки. Я ж, друзья, у меня же случилась одна неприятность. У меня случилась неприятность вот такая. Сломался. Сломался топор. И поэтому у меня дров. В принципе, я как бы там есть, но я не знаю, хватит мне на ночь, не хватит. Поэтому надо будет как-то экономить. Чего-то придумывать. Так. Что у нас тут остается? Чай. Так, ну это мы все оставим. Это мы все оставим. Такие вот дела, друзья. Пока что сюда повесим. Сейчас мы, наверное, вот эти вот березы тоже запихаем. Пусть будут, на всякий случай. Видите, я уже начинаю это беспокоиться.